Привет, ребяточки. Меня зовут Кривошейная Елена. Где нужны ники обычно? Келени. Я нахожусь в Белоруссии. И в городе, в котором я ни разу не была, я в городе Гродно. Давайте что-нибудь буду не себя показывать, а так просто ради интереса. Значит, приехали мы не по делу, просто как туристы. Без какой-то прям там такой особой подготовки к путешествию. Просто захотелось куда-нибудь съездить, мы сорвались. И укатили. Мы были в Минске. Это на меня машина едет. Я тут шарахнулась. Она раздумала ехать. Вот. Там какая-то еще кафешечка. Так-то мы пытаемся найти кафе. Но сегодня у нас суббота. Мне кажется, вообще никуда не прорваться. Потому что в два места, которые мы попытались зайти, они были... заняты все столики. Так, сейчас мы посмотрим. Вот это, наверное, возможно, улица Советская. Там молодежь гуляет. Конечно, это улица Советская, на которую, чур вы не слышали, я умудрилась выехать на автомобиле. Знаков запрещающих вроде не было. Не знаю, надеюсь, что меня не идентифицируют и не поймают. А улица Советская — это улица прогулочная, пешеходная. Видите, народ тут гуляет, выгуливается, и мы голодные. Еды нет, все закрыто. Да, ну в принципе городок прикольный. Мы только-только приехали. Окраины такие достаточно простые, но вот здесь прямо это такой, как какой-то европейский колорит. Но, в принципе, с учетом, что здесь рядышком Польша, до нее совсем недалеко остается, от Гродно до Польши, то, в принципе, здесь возможен европейский колорит. Даже музыканты. А, красота. Лависта. Это белье, по-моему. Да, сегодня суббота, время молодежи. А не голодных туристов, которым лучше бы не ресторан. С ожиданием, а столовка — набрал, съел, ушел. И знаю, что мы будем кушать. Давайте еще так озернемся в обратную сторону. Красота, да? Вечер в Европе. Новый год. Люди гуляют.